Юрьева реалистично, как бомбу со светом, с объемом. Нет. Ты уж, матушка, вот здесь, во-первых, на самом переднем плане, как Куракин начинает писать администрацию, и эту каждую палочку начал делать плитки. Ну я же в академии-то не учился, ваша мать. Ага, значит, я же не учился. И он вот так все это и задрал. У тебя та же самая каша на этой, такую эту. И там же академия смотрит. Это же настолько обобщенная такая, вот ты не можешь видеть вот эту игру. Здесь все хорошо идет. Зелень начала превращаться в волны, которые движутся. Значит, где-то взять ее и перебить. Она здесь, ближе, чтобы вот эта волна не пошла черти куда. Перебей ее, свяжись с этим комплексом. А она будет центровать твою вот эту задачу. Да, я понимаю, вот, я значит, это темненькое, вот в этом темное. Зато та засветится, как бы наоборот. Свет-то в тебе вот отсюда. Да, ну, я понимаю. И вдруг в разных этих... Да, но здесь есть... Здесь немножко копить надо, а здесь вот объединить и выделить сюда вперед. То есть, понимаю, во-первых, источник света учитываешь. Тогда учтется у тебя и тональность. Ну, на самом деле, это графичная работа. Это у меня и хочется видеть. Да это все как вот это ладно цельно. Это ты поправишь. Вот. И к этому, значит, какой-то мазочек, значит, разбирайся. Значит, крыша, поддержи ее вот этим теплом. Почему здесь к центру дай вот этих вот. Вот мне этого. Этот кусок не надо трогать. Ничего. А вот здесь так. Вот надо немножко пройти ступени сделать. Ты понимаешь? Или вот это одно вот это да. Вот дерево вот здесь на фоне пойдет, выскочило, да, что оно вот здесь, вот с этим кустом оно связано. Тогда планы. То есть отбей. У тебя же это один план пошел, дальше пошел второй.